И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем на дракона. Да, кто-то скажет, блин, ты мог это все снять в одной серии, все три босса и так далее. Да, ну, либо получилась серия там на час, либо я выпускаю три серии коротенькие. Я посчитал, что коротенькие серии будут как минимум получше. Не то, что типа, о, я могу на три дня растянуть, точнее, на неделю растянуть. Типа, не, тем, что, ну, все-таки это короткий, и там все-таки босс, разные боссы, все дела. То есть, ну, это опять-таки же, как говорится, я художник, я так вижу, ведь так. Сегодня мы пойдем на, опача, на драконыча. Босс драконос. Погнали. Ресурсы все уже там сложены. Дракончик нас ждет. И посмотрим, что, когда, где. Конечно, не будем сейчас издеваться с убийством обычным гигой, убийством потом такей, то есть переодевание и так далее. Как бы и так понятно, что нагорели, как говорится, проверили. Все работает. Поэтому смысла нету переодевать. То есть гамму мы можем пройти и притопленной гигой. Но это привычайте. Если вы гигу можете призвать туда, стоит это не забывать. Гигу я призываю с помощью мода. Мод называется EVSM Teleport. То есть, если не ошибаюсь, в описании у меня есть список мобов. Ну как список мобов? Модов. Но... Может быть, там что-то и измененное. Я уже не помню, но тот же самый EVSM Teleport, EVSM Spyglass там у меня в списке есть. Здесь больше всего лута нужно. Это уже 4 артефакта. 2 артефакта с Хати и с Кёля. Но, соответственно, они с одного призыва, но убиваются тяжело. Особенно, если не ошибаюсь, Кёль, который... да, Скёль это огненный, а Хати это ледяной. Ну да, по сути, ледяной волк. Ну и ресурсов тоже здесь довольно-таки не кисло. На гамму, как вы все знаете, ничего, кроме артефактов, не нужно. Погнали. Не знаю, что нас ждет. Какая аренка. Хотя вот сейчас смотрю, и аренка как будто бы дефолтная. Дефолтная, как... ну, обычная дефолтная драконевая, это... Ну, опять-таки же, возможно, они что-то изменили все-таки. Все предыдущие тоже были похожи на дефолтные. Но они были все-таки изменены. Да! Так, с гигом. Да! Здесь какая-то вот крепость, кайф, класса. Подожди, не лети, пожалуйста, сюда. Спасибо. Так, где мы находимся? Над вулканом будем. О, да нифига себе. Прикольно. Вот тебе и над вулканом называется. Так, значит, я могу назад дойти безболезненно? Не лети сюда, подожди, не лети сюда. Ах, ты скотина. Ну ладно, что поделаешь, будем драться. Я просто хотел посмотреть, где мы, над землей, под землей. Оружку я, соответственно, брать не могу. Подожди, или это дефолтное? Ё-моё. Как давно я этих площадок уже не видел. Так, вот они, птички вызвались. Лава. Ну, копеечный урон наносит, это хорошо. Так, летунчиков всех сносим. Дракончик. Ты там вообще пытаешься садиться? Отлично. Дракончик пытается садиться. Ах ты ж козёл. Блин, как это красиво все-таки. Да, у него горящий урон. Горящий урон это жестко. В том плане, что... Он наносит урон по процентам. Но, сами понимаете, нам на это пофигу. Красота. Отлично.
Горящий урон, ну блин, не так уж и много, это хорошо, но больше, чем уже было до этого. Это факт. Стоит учитывать. Пиу! Гамма-головушка. Что могу сказать? Локация, да, локация переделанная. Вот это сделанный замок, это, конечно, прикольно. Прям есть какая-то эпичность в этой постройке. Так, а где мы вообще находимся? Ну, допустим, давай спина. Я знаю, что он где-то в этом районе находится. С... Дозавр. Так, вот ты. О, так мы под землей. И получается под землей на 1000 километров, потому что этот спина находится под землей, он упал под текстуры и находится 300 метров от пещеры. То есть там вот, где мы вызывали... И что, вот этот спин находится в пещере, где мы вызывали гориллу. Вот. И он на 300, на 200 метров под землей, то есть под этой пещерой. И вот, получается, над этим спином еще находимся высоко. Ну, то есть, как бы тоже... То есть, на 1000 метров под землей. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Блин, ну интересно узнать все-таки, где ты находишься и так далее, насколько под землей. Возможно, это только мне интересно, я не спорю, но... Да интересно. Вот, а благодаря тому, что интересно мне, узнаете и вы. О, добрый вечер. А, не, мне показалось. Мне показалось, что кто-то на меня напал. Господи, прости. Это, наверное, этот голову опустил, а этот мимо пролетел. Вот я... А я уже обосрался. Горцуем. Давай-ка, давай-ка, горцуем. Так. Еда. Давай себя отхиляем, чтобы вот этого всего не было лишнего. Ладно, окей. Вызываем гигульку. Гигулька сразу яйцо скидывает. Типа, бэм, это моя территория. Ладно, не будем ждать. Давай уже, иди сюда. Вау! Давай пробежимся немножко по территории. Для чего? Ну, во-первых, посмотрим территорию получше. Вот, а во-вторых, всех немножечко кучканем, вот этих вот летунчиков, которые на меня сагрились. С демофотонами нужно быть аккуратнее. Эти козлы мочат именно по это, по седаку, по наезднику. Вот. Так что нужно быть аккуратнее. Так. Ой-ой-ой. А, не, мы в стенку уперлись уже. Классно. А, ну идите нафиг, вы что, дурные что ли? Прикольно. Здесь уже идет стена. Ой, добрый вечер. Пролетел снаряд. Ладно, пошли к твоему пьедесталу. Может, ты только там садишься, кто ж тебя знает. Не-не-не, в камешке-то застревать зачем? Отлично, садишься ты в любом месте. Мочилова! Я все ищу красивую картинку. Но я устал. Я устал, я ухожу. Вот это вот я понимаю. Но опять-таки же, да, это гига, это выращенная гига, она чисто физически быть не может, поэтому столько урона вносит. Именно поэтому гиг нельзя на боссов вызывать, потому что, ну вы сами все видите, это слишком жесткий файт получается по урону,
прям гига ни с чем не сравним, тем более выращенная. Эй-ю! Какая красивая картинка может быть. Ну, вот дракон, чем тяжел, тем, что он пока ты вот это вот туда-сюда, точнее он летает, ты, как говорится, пока он летает, ты тратишь свое время. И я застрял в драконе полностью, да? Труп не захавать. Вот, и, соответственно, да. Бывает, бывает в жизни огорчение. Интересно, я так залезть смогу? Не, полностью, короче, все застрял. Ну, хорошо. В итоге что? Остается еще последний босс? Последний дракон босс. И на этом уже все боссы будут пройдены. Абсолютно все боссы будут пройдены, кроме самого главного. Терминал призыва. Вызываем. А, лапку-то нужно больше? Прикол. Их реально здесь 10 нужно. И здесь 10. Ха-ха-ха. Смешно. Смешно. Я только сейчас об этом узнал. Но бывает. Погнали до дома. Логих. Вот чего полно, того полно. Собственно, да. Во. Чего полно, того полно. Как я уже сказал. Не зря я все это дело не выкинул. 5 лапок пригодились. Кстати, не знаю, видели, не видели, как у меня ночью освещается вся база. Как говорится, напоследок почему бы и не показать. То есть я ее прям все осветил. Все благодаря тег-генератору. Эсплюсовскому тег-генератору. Да. Ну а теперь погнали. Ну блин, открывайся. Неудобно немножко то, что открывается только с обрёванного ракурса. Ну вот теперь все. Блин, по 10 лапок, ну нифига себе. Вот что было неожиданно, то неожиданно. Так, ну теперь это точно будет жарево-то еще то, потому что все-таки альфа-дракон вносит урон поболее. И сам. Но опять-таки же, огонь вносит процентное соотношение, если не ошибаюсь, опять. То я думаю примерно то же самое. Че у нас получается в итоге? Паучих, что ли, самое жесткое было в плане урона? Смешно. Смешно. Так. Получай тебе! Ну, блин, это, конечно, если я попаду с арбалета, это, конечно, будет очень смешно, как минимум. Это надо прям, прям вот надо, прям чтобы повезло, и ты попал с арбалета. А! Я попал с арбалета. Я все-таки попал с арбалета. Ой! Ну и пошел ты! Понял! Так, все, потихонечку садится на земельку. Так, вот, отлично, отлично, отлично. Ох, сейчас главное не застрять случайно в лаве, и будет все хорошо. Ну, неплохо. Неплохо так урон вношу, но, блин. И он тут тоже не кислый урон вносит. Ну, хотя. Вот реально, паучиха вносила больше всего урона. Это вносит вот пламенем. А что там пламешка? Жара. Вы горите, вы... Вы потеряете 20% вашего здоровья. Чё-то ни разу не заметил, чтоб я 20% моего здоровья потерял. Ну, то есть, как бы, вот реально, вот, то есть, я вот горю, и вот сколько вот он,
То есть прям, да, что-то там теряется, но нет. Возможно, здесь как-то огонь работает неправильно. Кто ж его знает. Кто ж его знает, как это работает. Полетел напоследок. Он залетел напоследок и упал. Вот так. Классно. Как-то, в общем, получилось так. В целом-то что могу сказать? Самое сложное оказалось паучиха. Без шутеек. Она больше всего урона вносит. Горилла кидает камнем. И есть шанс, что ты просто и улетишь за край. Но дракон летает. Это, пожалуй, самая сложность именно в нем. Ну, а паучиха реально на урон вносит намного больше. Хе, это смешно. Такие вот дела. Но у нас, если не ошибаюсь, остался только последний босс. Это Фенрир. За убийство Альфа Фенрира должны дать щенка. А там уже будем смотреть, что, как, а где. Ну а я с вами уже, пожалуй, на этом прощаться. Буду на этом прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.